Сюда аттракцион, куда же ему попалось? Хо-хо-хо. Через эту здесь никто не выживал. Главное, чтобы он не попал к драконам в замок. Надо посмотреть, куда ему повезет. Если он попадет на дорогу мертвых в замок, его разберут драконы. Ему еще надо преодолеть это море. О, и наверх! Давай, спасайся! Бум! Бум-бум-бум! Опа, повезло, спасся. Держись, не падай. Ему нужна помощь, отправить кого-то в помощь. Или он упадет. О, там драконы разбушевались. Спасай его. Спасся? Он спасся? Нужно еще кого-то ему отправить на помощь. Мне кажется, вот этот. Я сейчас тебе помогу. Прицелимся и давай. Получилось? Нет. О, они вдвоем попали в беду. Открылась дорога. Да. Ей. Главное, чтобы они не попали в логово к динозаврам. Пока. Ага. Я не попаду в логово дракона. Удержался. Поехал наверх. Главное, чтобы он не упал в яму к драконам. Держись, дружище! А, повезло ему! О-ла-ла-ла! Монстр! Спасся! И туда ему другое приключение. Бой с волком. Через этого волка никто не проходил еще. Никто не оставался живым. Папа, если они попадут сюда, то волк не съел. Угу. А если вот так, то они спасены. Неизвестно, спасены. Тут еще им одно препятствие. Видишь, какой череп ждет, спрятался. Что, волк их съел? Но там есть Маккуин. Маккуин может и помочь с Бернули. Как он попадет туда? Надо открыть. Как он попадет туда? Он что, припрыгнет вот? Пап, он что, припрыгнет вот так? Угу. Там спасение вообще-то. Все, там... Остаешься с Бернули и с Маккуином. Там приедет мэтр, потом поможет.
кто еще хочет попробовать пройти дорогу смерти? Кто может преодолеть все препятствия? Я. Ты? Как тебя зовут? Меня зовут Фрэнки. Фрэнки? Да. Фрэнки два пальца? Ну давай посмотрим, Фрэнки, на что ты способен. О, Фрэнки тоже пошел на колесо смерти. Держись, Фрэнки. Итак, Фрэнки преодолевает колесо. Давай, Фрэнки, держись. Главное, не попади в яму к драконам. Спасся тоже. Фрэнки можно дать приз. Здесь болото, не попасть бы вот в это болото блестящее. Покупайте билеты. Покупайте билеты на гонку. Вы не боитесь, сколько вам лет? 35. О, вам можно уже. Замерьте свой рост, чтобы вы подходили для карусели, для этих. Ну ладно, вам уже можно. И куда вас отправит монстр? О, всех отправляет он на эту горку. Посмотрим, что это сможет Фрэнки. Это Фрэнки разве? Нет. Это его зовут Донг. Донг? Интересное имя. Донг решил еще раз попробовать. Получится у него или нет? Да. Что-то никто не хочет драконом в яму. Ой-ой-ой. Кто поможет ему кто-нибудь? Этот монстр, он может его сожрать. Они спасают. А, это спасатели? Нет. Дырка. Все сюда, все спаслись. Тоже будет другой. Тоже приедет другой. Я! Тонг. Кто? Тонг. Тонг? Он брат? Они братья, что ли? Кто? Донг и Тонг. Дайте я сниму. Тридцать шесть. Я Донка слопал, динозавр, крокодил. Зачифанил. Вкусный Тонг. Да, вкусный попался. Умер. Умер Тонг. Кто умер, идет сюда. В круг мертвых. Кто умер, идет в круг мертвых. Ну а кто же попадет к динозаврам? Не знаю. Надо попробовать тяжелого. Тяжелого? Чтобы он упал туда. Как она? Она? Да. Как зовут? Кэти, как она? Давай, Кэти. Удачи тебе, Кэти. Катерина. Катерина.
О, Катерина пошла на волка. Не боится она? Не знаю. Давай-ка посмотрим. Не бойся, Катерина, мы с тобой. Она сейчас попадет туда. Куда? Сюда. Да? Ее волк не съел. Ура, она выжила. Пока она самая победительница из всех. Ура, надо ей перепрыгнуть теперь. Подожди, посмотрим. Надо ей сломать замок. Да. Прыг... Опа, есть. Ура, победила. Куда? И она на этот автомобиль победителей. Да, кто победит, или проедет через драконов, угу. Или упадет сюда, или сюда. Кто идет на автомобиль. Да. И потом всех победителей повезут куда? Не знаю. Идешь туда. По-моему, она туда не едет. Катерина толстая? Да. Поставь на крышу. А как она поедет с открытой крыши? Сейчас еще. Это кто?